Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в одно хорошее место. Друг привез, сказал, что в основном все едут на речке Дим, где рестораны, пикники. Сказал, что у меня есть еще одна речка, Оба-Чай, называется речка Оба, среди гор, выше района Чикчиле. Тут расстояние от центра близко, чем к речкам Дим, от центра города. Хочу просто показать, что здесь тоже есть такое красивое место, природа, речка. Очень вкусно готовят повара также. Сюда в основном приходят, кто проживает рядом. Вот такая тут красота. Она находится внизу гор. Нужно спускаться с верхней стороны. Вот мы приехали оттуда, спустились вниз. Вот это место называется Кабикёй, ресторан такой. Немножко, как говорится, здесь нужно потратиться на ремонт, но в основном турки приезжают сюда, так как очень вкусно. Здесь даже завтрак, турецкий завтрак, он стоит приблизительно 40-45 лир. В других местах более-менее дороже. Вот здесь есть вот такие горки две больших с той стороны. Вот такая большая. Такие большие две горки. Здесь вот такая канатка спускается в воду. Бочки есть. Такие кабинки. Близко так как к городу здесь, в основном приезжают те люди, которые живут рядом. Такие кабинки. Даже можно сюда привезти свой гриль и пожарить шашлыки. Здесь также есть водопад. Так. Здесь уже больше нет кабинок. Вот такой мини-водопад. Лес, безмятежность, тишина, спокойствие, цикады. Можно также купаться в этой речке. Я немножко проголодался. Сейчас сяду, отдохну. Вот такое место. Кому интересно что-то альтернативное, кроме речки Дим, может приехать сюда. На речке Дим и так по воскресеньям бывает очень много народу. Вот оно продолжается в ту сторону, там тоже пикники можно делать. Купаться также в речке. Гуси, гуси, га-га-га. Все, дорогие зрители, я укажу месторасположение этого места. Кому будет интересно альтернативный ресторан или альтернативное место, куда можно приехать, не Димчай, а, например, речка Оба, могут приехать и здесь отдохнуть. О, наш повар в этой стороне. А, еще я спущусь вниз, покажу, что там внизу. Вот такие кабинки. Можете привезти все, что хотите с собой, и тут пожарить. Тут люди жарят шашлыки сами. Здесь прохладно, свежо. И там парковка есть, и сверху есть также парковочные места. Вот такие скалы тут. Все, дорогие зрители, вот я вам нашел еще одно место альтернативное. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока. Just see your face where